СТС Лав представляет. Я выступлю шикарно. Я играю. Я видела двух парней. Первый — это вообще был ужасный вариант, который пугал всех просто. В голове нет ничего. Ну как, это нормально, что ли? Прямо как я. Человек просто неадекватный. Будем смотреть. Когда я увидела Михаила, я поняла, что более-менее вариант такой живенький, быстренький. И, в принципе, можно его выпить как бы... Это просто нечто, боже. Надо быть всегда не забитыми, надо быть живыми, умными. Всегда стремиться к чему-то дальше. И тем больше повысится демократия в Москве. Я люблю все очень необычное, очень яркое. И на меня произвела свое впечатление девушка в таких пайетках. Банально. У нее, так скажем, скандальная репутация. Настоящая звезда. На самом деле, я уже занята. У меня очень красивый, очень молодой, талантливый, культурный, профессиональный продюсер, которого зовут Анатолий. Это не будет... Я буду теперь решать, какого из парней я выберу. Того, кого давно уже знаю, или еще одного этого парня. Сердца за любовь в пятницу в 14:00 на СТС Лав.